Очень часто люди ищут то, что совсем не хотят найти. Вот, например, что нужно человеку, чтобы быть счастливым? Я не говорю о каких-то там высоких материях. Просто счастливым. Здоровье? Да, без здоровья не будет ничего. А можно ли быть здоровым, живя в нищете? Наверное, нет. Хорошая работа? Да, но это ненадолго. Завтра вам будет 45-50. Сможете ли вы дальше так активно работать, как свои 20 или 25 лет? Наверное, нет. Что будет с вашей работой тогда? Даже если ваша работа супер, а хорошая квартира стоит 150-200 тысяч долларов, сколько десятков лет вам надо будет на нее собирать? А хорошая машина, летний отдых, круизы – все это получается, что не для вас. Возможно, вы даже откроете свой бизнес. Когда люди открывают свое дело, они свято верят в огромные успехи. В принципе, это правильно, но статистика говорит об обратном. Добивается успеха лишь только единицы. Но даже если среди них будете вы, то какой ценой? Чтобы зарабатывать в бизнесе, нужно много денег. Нужно много работать. Деньги есть не у всех. Вам нужно много денег, вы много работаете. Тогда теряется первый пункт – здоровье. Да и такой бы вариант, в принципе, устроил. Но, есть одно но. Меняются законы, приходят какие-то кризисы, порядки, уставы. И в один день ваш бизнес может попрощаться с вами, оставив лишь воспоминания об утраченном времени и неоплаченных кредитах. Нет бизнеса, нет здоровья, нет денег. А время-то ушло. Начинать все заново не каждый потянет. И это счастье? Нет. Многие не знают, что такое счастье. Счастье – это когда вы полностью принадлежите себе. Счастье – когда у вас есть время. Время на здоровье, время на отдых, время на семью. В общем, на нормальную жизнь. Когда вы не боитесь, что сейчас позвонит шеф, не боитесь, что позвонят с банка о каком-то неуплаченном кредите. Когда вы можете собраться в любое время суток и уехать куда хотите. Счастье, когда у вас есть в кармане то, что позволит оплатить вам вашу свободу. На самом деле не все так плохо. У каждого есть выход. Вопрос лишь в том, хотите ли вы поменять свою жизнь. Нужен ли он вам, этот выход? Если да, то дайте себе шанс. Шанс узнать о возможности изменить свою жизнь. Стать свободным. Я имею в виду финансово. Построить финансовую свободу своими руками. Получить то, чего вы заслужите. Вы сможете узнать о таком шансе, если, конечно, у вас будет на это время. Несколько видео – это все, на что нужно потратить ваше драгоценное время. Дайте себе шанс. Ни мне, ни соседу, себе. Возможно, это будет единственная возможность изменить вашу жизнь. Конечно, если она вас не устраивает. Вы можете нажать внизу на кнопку «Отписаться» от моей рассылки, и моя информация больше вас не побеспокоит. А если нет, то сейчас вы увидите мое продолжение. Смотрите все по порядку, по-другому можете не увидеть главного. Мое предложение связано с огромным и быстро растущим бизнесом в интернете. А чем сегодня люди занимаются в интернете? Да, в принципе, всяким. Кто-то ищет информацию, кто-то дает информацию, общается в сети, где уже около 3 миллиардов пользователей. А это половина населения планеты. А кто-то ведь на этом общении зарабатывает миллионы долларов. Кто-то, но не вы. Вспомните, как вы попали в какую-то социальную сеть. Неважно, пускай это будет Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, их сотни. Вспоминайте. Я думаю, что об этом вам сказал один из ваших знакомых или родственников. Ведь правда? Вы зарегистрировались и начали добавлять себе друзей. Если кого-то в сети не было, вы говорили ему об этом, и он также оказывался там. А у ваших друзей есть свои друзья, а у тех свои. Итог. Facebook – почти 1 миллиард пользователей, Twitter – 700 миллионов, ВКонтакте – 80 миллионов, тот же Skype – 600 миллионов. Мы с вами построили эти сети, а те, кто владеет ими, сегодня миллионеры. А вы? Что вы получили за то, что развивали чью-то сеть? Или даже несколько? Вы строили своими руками кому-то бизнес? Я думаю, что ничего. Ни одна из этих сетей не платила никому денег за то, что мы их развивали. Кстати, о Skype. Вы, наверное, также пользуетесь этим продуктом видеообщения. И также от кого-то узнали,
и кому-то о нем сказали. Люди общаются в видеорежиме. А представьте себе, если бы вы были первым или в числе первых, от кого пришло развитие Skype. И от тех людей, которые там пользуются платными услугами, вам бы платили хотя бы от каждого 1 цент. Я знаю, что, конечно, бы вы хотели так. Что бы вы сделали, если бы вам платили за то, что вы приглашаете друзей в сеть? И вашим друзьям за приглашение их друзей, и друзьям их друзей. А если так еще и взять, ко всему этому еще плюс процент от того, что зарабатывают все ваши друзья. Я думаю, вам бы это понравилось. В целом я говорю о связи. Связи, которая меняется, которая полностью переходит в сеть интернет. И даже наша GSM-связь мобильная тоже будет работать через интернет, и это уже факт. А устройства общения, они стоят все меньше и мобильнее. Сначала ноутбуки, нетбуки, потом планшеты, смартфоны. И если вы заметили, то все эти устройства имеют выход в интернет. И самое главное, фронтальную камеру. Как вы думаете, для чего? Да для того, чтобы общаться в видеорежиме. Интернет и видео – вот что сейчас набирает обороты. Вот какую сеть мы строим. Сеть, где люди общаются в видеорежиме в любой точке планеты. С любого мобильного или стационарного устройства. И на этом зарабатывает деньги. Нашей компании за то, что вы делаете каждый день и делали и до этого, платят деньги. Наша компания разрабатывает продукты видеообщения, которые дают возможность человеку общаться в видеорежиме, в принципе, в любой точке планеты. Мы начали с самого простого, с видеопочты. Видеопочта, которая заменит обычную текстовую. И это тоже факт. Этот продукт бесплатный, и я предлагаю вам совершенно бесплатно зарегистрироваться и отправить кому-то свое первое видеописьмо. Можете даже целый фильм отправить. Я хочу, чтобы вы увидели даже на бесплатном продукте, какие возможности развивает наша компания. Если вам понравится, мы продолжим. Если нет, то вы меня не поняли. И дальше мне нет смысла занимать ваше время. Ссылку и инструкцию на регистрацию вы сейчас получите. Я жду вас.